Привет, друзья! Сегодня у нас снова посылки из Китая, полезные товары. Пришел у нас чехол на А5-17 года. И вот такая вот посылочка, тут всего вот она. Вот, это переходник под разъем Type-C. Переходник с microUSB под Type-C. Я понял, что мне такой переходничок нужен, если он хороший, он стоит копейки в Китае. Если он хороший, то я их закажу больше, потому что мне этот переходничок нужен буквально везде. В общем, вот посмотрим, давайте, как что у нас выглядит. Чехол книжкой. Интересно, я когда искал какие-нибудь бампера, обзор про классный бампер, он, посмотрите, был ранее. В общем, а сегодня у нас вот такой вот чехольчик. Черный, в черном цвете. Тут написано опять 2017. В общем, вот. Вот такой чехольчик. Он пленочки наклеены. Он полупрозрачный такой. На нем пленочки. Вот так он выглядит. С пленками, кстати, не очень красиво, потому что тут интересные надписи на китайском. Вот, давайте посмотрим. Сейчас ставим телефон и посмотрим, как выглядит это все у нас дело. Так. Ну, телефон легко вставил. Ну, нет, держите, я думал, знаете, он так легко вставился, что он выпадет оттуда. Нет, он зафиксировался надежно. Вот я его вытащил, но в принципе надежно сидит. Так, вот такая книжка. Здесь сбоку плюс и минус написан. Это громкость увеличивать. Давайте снимем эти пленки, потому что они не очень вид портят. Вот, точнее, очень портят вид. Так, вот я поддел. Пленочку снимем. И заднюю давайте тоже сразу. Вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. О, знаете, классно. Оно полупрозрачное. А, ну так как телефон думает, что... А что он думает? Она классно так сама закрывается. Пока плюс это или минус. А, громкость нажимается. Так. На нем остаются отпечатки. Интересно. А, сенсор работает. То есть... Через защитный вот эту чехол, сенсор можно нажимать. Правда, ничего не видно. Видать, надо поменять режим. Но работает. Я вот выхожу в ВК. То есть, ну, позвонить или ответить на звонок можно. Здесь есть вырез под динамик, так что можно легко разговаривать. И громкость можно тоже менять. На нем такие блесточки. Интересный такой чехол. Вот так вот он выглядит. Он выглядит прям как сам телефон, весь глянцевый. Единственный минус, что он тоже ляпается, но очень классный. Он имеет форму экрана. Вот здесь вот единственное, что вот как дешманская кожа, не очень выбивается. Вот он такой весь классный, стильный и вот дешманская кожа. Очень круто выглядит на самом деле. Да, мне очень понравилось, что можно будет отвечать, а не доставая телефон, можно ответить на звонок, поговорить, то есть не открывая все время эту книжку. И она, ну нет, я думал, она как-то держится. Нет, она не держится, с чего бы и держаться. Ну, в принципе, классно, он остается такой же тоненький, не громоздкий, но очень крутая штука. Так, ну что, чехлу лайк. Давайте посмотрим теперь разъем Type-C. В общем, вот он. На нем ничего на самом не написано. Просто обычный переходник. Ничего там нам подарков никаких не положили. Давайте проверим, работает он или нет. А если не работает? Так, ладно. Надеюсь, я не запалю телефон. Гвоздь вставляется. Да, работает. Отлично. Пошел заряд. Так туго вставился. Ну-ка. Вообще туго вставляется. Давайте еще раз попробуем.
Ну, с другой стороны, лучше справился. Да, все работает, заряд идет. То есть, классно. Оставлю ссылки в описании. Можно заказывать смело, везде разбросать, где они стоят копейки, эти переходнички. Так что, в общем, чехол очень крутой. Тоже оставлю ссылку в описании. Мне понравился. Что о нем еще сказать? Ну, ляпается он. Ляпается, какие-то пупырышки, он с блесками, с темными. Там есть разного цвета, есть желтый, есть еще какие-то. Так что, кому какой захочется, я подумал, что у меня телефон черный. Будет очень интересно смотреться. Так, ну-ка, на свету подержим. А, нет, на свету же он наоборот темнее. Давайте закроем. Извините. Но если вот так вот сразу закрыть, очень хорошо видно значки. То есть... Классно, мне очень понравился. Я никогда, у меня раньше не было такой книжки. Вообще, я думал, что книжки это уже, ну, вариант из прошлого. Но понял, что вариант не из прошлого, когда пришел в магазин и спросил, а есть ли у вас оригинальная чехол, книжка для моего телефона? Сказали, есть, и стоит она то ли 4, то больше 4000. У меня открылась челюсть, это 4000 может быть телефон. В общем, вот. Так, чехлу лайк. Как я уже сказал, и на чехол, и на Type-C ссылки будут в описании. Также в описании будут ссылки на кэшбэк, чтобы сэкономить с этих покупок. Ну и другие интересные ссылки. Подписывайтесь на канал, пишите, спрашивайте в комментариях, если вас что-то интересует. Я вам отвечу обязательно. Ну, в общем-то, и все. Пока!